Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Лилия Горопаха, и я рада приветствовать вас на моем канале. В этом видео-мастер-классе мы с вами сделаем очень оригинальную бутоньерку с новыми лепестками, очень оригинальными, которые вот состоят из вот таких вот лепестков в розовом цвете. И только как украшение мы добавим с вами вот такие вот уже готовые розочки из фоамирана. Я взяла, ну и бусинки разного вида. Также нам понадобится фетровая основа в виде капельки, я взяла длиною 6 сантиметров и шириною 2,5 сантиметра. Также нам нужны будут крепления, выбирайте любое с булавочкой, вот такой вот я буду крепить на такое крепление, а вы по желанию. Также из инструментов нам понадобится клеевой пистолетик, 2 пинцета, и двумя я буду пользоваться, ножницы и линейка. Также зажигалочка. Итак, приступим к работе. Сегодня я буду работать с ленточкой шириной 5 сантиметров. Вы можете брать любую ширину, но при любой ширине вам нужны будут отрезочки. Если я беру 5 сантиметров шириной, то я беру 3 квадратика 5 на 5. И еще один отрезочек, ширину мы умножаем на 2. То есть у меня здесь отрезочек 10 сантиметров при ширине ленточки 5 сантиметров. Прежде всего, все наши отрезки нам нужно обжечь. Затем квадраты мы сворачиваем изнаночной стороной внутрь по диагонали, делая треугольник, и фиксируем уголочек вот так вот. Итак, все 3 отрезка. Теперь мы берем один из треугольников, берем вот такой вот пинцет с острыми кончиками и начинаем скручивать вот так вот. Мы завернули до серединки, вынимаем пинцетик и фиксируем капелькой клея. Желательно внизу. Теперь мы берем противоположный кончик и закручиваем навстречу, немножечко вот так вот опуская и подводя к той же капельке клея, и фиксируете. У вас получается вот такая вот заготовочка. Теперь вы берете следующий треугольник, и первый уже завернутый треугольничек вы вкладываете вот так вот посерединке. Затем вы берете и вот такой складочкой, видите, вот так вот, вот так завернули один край и точно так же завернули второй край, делая как бы воротничок. Сделали воротничок. И вот так вот зафиксировали. Зафиксировали, теперь соединяем все вот таким вот образом. Скручиваем вдвое. Фиксируем. Вот так вот зажали. Обрезаем и заплавляем. Заплавили. У вас получилась уже вот такая вот заготовочка. Теперь вы берете третий и точно так же подкладываете его под уже сделанные наши треугольнички. И опять делаете точно то же, что и с предыдущим. Вот так вот заворачиваете, как бы опять делая воротнички. Сделали воротнички, обрезаем немножко. Обрезали. Я уже беру другой пинцетик и заплавляем.
заплавили. Теперь опять вот так вот заворачиваете вдвое и заплавляем всю эту конструкцию. Нам нужно вот так вот зажать и заплавить. И у вас получается уже вот такая вот серединка. Теперь нам нужно сделать основной лепесток. Итак, мы берем наш отрезок 5 на 10 и сворачиваем треугольником. Выровняли. И вот эти кончики припаиваем к задней половинке. Теперь вы складываете пополам. Сложили пополам. И опять вот эти кончики спаиваете. Спаяли. Выровняли наш треугольничек. Теперь переворачиваете на ребрышко, которое у вас сплошное. И пополам вот этот кончик подводите к другому. Вот так вот. Подвели. Подвели кончик, присоединили к нижней половинке и опять запаиваем. Запаяли, теперь вы делаете лепесточек. У вас получается вот такой лепесток. Затем вы поворачиваете на ту сторону, которая у вас не запаянная, и запаиваете. Вот так вот. Итак, у вас получился вот такой лепесток. Теперь, дорогие друзья, вы берете клеевой пистолетик, и мы наносим прямо внутрь вот так вот полоску клея и вклеиваете нашу как бы розочку внутрь. Вот так вот. И у вас получился вот такой вот интересный лепесток. Таких лепестков вы можете сделать по желанию сколько хотите. Теперь, дорогие друзья, мы вспомним, как делается вот такой вот лепесток. Мы уже его с вами делали. На этот лепесток я оставлю ссылку под видео, как его сделать. Второй вариант, потому что там два варианта есть на этот лепесток, это второй вариант. Итак, дорогие друзья, теперь нам этот лепесток нужно соединить с этим. Как видите, здесь у нас есть выемочка, и нам нужно вот так вот подсоединить этот лепесток к другому. Вот так. Итак, мы наносим здесь клей и подсоединяем наш лепесток вот таким вот образом и углубляем его тоже вот тут вот наносим клей. И как бы углубляем его, вот так вот садим на наш лепесточек. Основной лепесток садим на меньший. Вот так вот он получается с изнанки. То есть один сидит на другом. Итак, дорогие друзья, таких заготовочек нам нужно будет 3. Теперь, дорогие друзья, нам нужны будут наши крепления и фетр.
я вот так вот складываю пополам и делаю прорези, где у нас должна проходить наша застежечка. Продеваем эту застежечку вот так вот аккуратненько и подклеиваем. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы приступим к сборке. Итак, нам нужны все наши детальки, которые мы сделали. Также наша основа, мы переворачиваем ее на изнанку, разогреваем клеевой пистолетик и я наношу вот так вот клей сюда вот на бачок и приклеиваю наш лепесток к основе, к центру. Вот так. Теперь вы устанавливаете второй лепесток и наносите клей вот так вот и сбоку, чтобы хорошо подклеить все. Вот таким вот образом. Итак, вы подклеили две. Ну и теперь мы подклеиваем третью. Точно так же мы наносим клей вот так вот и на бочок вот сюда. Вы также можете подклеить вот эти две розочки между собой. Я говорю розочки, потому что они действительно похожи на розочки, не правда ли? Вы установили. Теперь вы смотрите, где бы вы хотели видеть ваши розочки. Или здесь, скажем, или здесь, вот. И мы вклеим вот так. Мне понравилось, как оно легло. И мы вклеим вот так вот нашу розочку вот сюда. Одна. Опять наносим клей внутрь, вот так вот, на основу. Устанавливаем нашу розочку. Немножко фиксируем клеем вот так, подсоединяя ее к розочке. Итак, у нас уже с вами получилась вот такая вот композиция. Теперь, дорогие друзья, я хотела бы украсить нашу композицию бусиками. Дорогие друзья, мы опять берем нашу ленточку и складываем вот так вот бант. Складываем бант. Вот таким вот образом, посмотрите. И я хочу вот этими бусинками опоясать этот бант. Thank you.
нас получился вот такой вот красивый бантик. Теперь нам этот бант нужно подсоединить к нашей бутоньерке. Итак, я наношу клей. И вот так вот крепим наш бант. Теперь, дорогие друзья, мы берем наш бант, вот так вот складываем пополам, чуть-чуть наносим клей и подклеиваем, делая очередные как бы бутончики, точно так же и с другой стороны. И вот такая вот красота у нас сегодня с вами получилась. Итак, дорогие друзья, я на этом закончу свой видео-мастер-класс. Если вам был он полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались. Делитесь, конечно же, такой красотой с друзьями. А я желаю вам творческих успехов и до новых встреч!